Убедительно просим вас проверить подключение мобильных телефонов. Также напоминаем, что в зале во время концерта фото- и видеосъемка, в том числе мобильные телефоны, запрещена. Благодарим за внимание. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского. Убедительно просим вас проверить отключение мобильных телефонов. Обращаем ваше внимание, в зале во время концерта фото- и видеосъемка, в том числе на мобильные телефоны, запрещена. Благодарим за понимание. Московская филармония представляет концерт Государственного академического камерного оркестра России, художественный руководитель и главный дирижер Алексей Уткин. В программе первого отделения. Вольфганг Амадей Моцарт, симфония номер 38, Пражская, ре-мажор в трех частях. Исполняет оркестр дирижер Филипп Чижевский.
Также мы понимаем, что в зале запрещено использование фото, аудио и видеопроката в объектах зала. Благодарим вас за внимание. Уважаемые слушатели, обращаем ваше внимание. Следующий концерт абонемента Государственного академического камерного оркестра России состоится 24 мая в программе сочинения Васкса и Шуберта. Билеты можно приобрести в кассах Московской филармонии и онлайн на сайте meloman.ru. Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт номер 14 для фортепиано с оркестром ми-бемоль-мажор. В трех частях. Солист Арсений Тарасевич Николаев. Дирижер Филипп Чижевский.
Уважаемые слушатели, программа концерта еще не окончена. В завершение программы
Рихард Штраус «Метаморфозы». Этюд для 23 солирующих струнных инструментов. Дирижер Филипп Чижевский.